Ну вот наше юхо. Сегодня нам очередную партию соснового лапника привезли. Спасибо гражданину за постоянные поставки. Ну что я вам скажу. Кругленький у нее живот. Даже очень кругленький. Не просто кругленький. Сережа потрогал, он, правда, не очень разбирается. Но вот когда тут она уходила от сохи, в ее животе так, в той части, где обычно находится детеныш, как-то все очень начало активно шевелиться. И это нас напрягает. Поверьте мне, беременная лосиха, да еще которая периодически бросается, ну, она сегодня начала опять на меня кидаться. Вчера нормально, позавчера нормально, сегодня что-то проявила. Я бы не скажу, что агрессию, ну, как бы настырность в гонении меня. Не самое приятное ощущение. Я понимаю, что я должна доминировать. У меня это плохо получается. Ну, в таком положении интересном лосиху перевозить в хозяйство нельзя. В Жукском районе там, конечно, большая территория, и вольеры огромные, хорошие. Но поскольку отёл обычно у лосей апрель-май, а тут это практически, вот он, март, не за горами, остается совсем немножко времени, не можем рисковать. Зашибет во время транспортировки маленького или маленьких, а их бывают двое. Поэтому приняли решение оставлять ее здесь. А дальше посмотрим. Как сказали ветеринары, родит в апреле, значит беременная. Не родит, значит не беременная. Ну, не родит, тогда поедет весной в хозяйство. А родит, задержится у нас до осени. Сереж, вот нижнее брюхо. Да убери ты этих собак. Да, 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 вот там. Ладонью, ладонью. Ну, извини, ну надо же посмотреть. Не ной. Я не знаю. Ну, просто подержи ладонь и почувствуй. Ну, постарайся почувствовать, что там, просто подержи. Когда она уходила, там что-то так очень здорово ковырнулось. Я не знаю. Ну и ветеринары говорят, что так не определишь. Можно на УЗИ. Она УЗИ не даст поставить себе. Тем более, что там... То же самое, что у Сохи, то же самое у Юхи. Нет, не то же самое. У нее чуть-чуть вот эти вот. У нее круглые бока и живот, а у Сохи прямой. Да, там у Сохи там прямое. Хантер, уйди же, пожалуйста. Зачем тебе сосновая ветка? Ты хочешь продемонстрировать, что ты вегетарианец? Врешь. Вот посмотрите на врущую морду. Да, куда пошел? Ну, вот у нас... Такие пироги с котятами. Да, семечки я положила, все-таки масло, витаминчики. Надо купить. Тревит. Ну, не знаю, на мой взгляд, она очень сильно покруглила. По сравнению с Сохо. Сохо длинненькая, стройненькая. Талия. Так, не ломай ящик, в котором хранится зерно. Давай, давай, самообслуживание, да, иди, мама, я сама все достану и все сам сожру. Сравни, у нее плоский живот, бока более такие узенькие.